Приветствую, и, наверное, вас интересует вопрос о том, почему никто из экспертов не написал вам ответ. Давайте сразу определимся с тем, что вы написали свой вопрос в раздел «Психология». Раздел «Психология» — это раздел научный. Для того, чтобы получить информацию, получить рекомендацию, вам нужно предоставить сведения о себе, о вашем муже, о семье, об отношениях в семье, о том, с какого момента у вас начались проблемы. Вот вы пишете, что прожили 8 лет, сейчас серьезные проблемы у вас происходят. В обязательном порядке нужно написать, с какого момента у вас начались серьезные проблемы, на почве чего. Ибо причин у этого может быть очень много. Эти причины могут быть связаны с вами, эти причины могут быть связаны с мужем, эти причины могут связаны быть с чем-то еще. Пока вы как можно более подробно не напишите свою историю, хотя бы в дополнение к вопросу, мы не сможем вам помочь. По крайней мере, мы эксперты психологии. Если вам хочется получить ответ на свой вопрос в таком формате, то напишите его, пожалуйста, в раздел «Эзотерика». Там люди, основываясь на ваших датах рождения, определят, что у вас происходит, и подскажут, как вам быть. А психологи действуют на одной из научных методов познания, таких как дуализм, синтез и анализ. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли у вас именно по психологии, то можете обращаться ко мне в личку. Я вам с радостью помогу. Если вам ответ понравился, показался полезным, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду вам благодарен.